Доброе утро, Пермь! Просыпаемся с танцами. Меня зовут Багира. Сегодня я расскажу вам о своем увлечении. Я занимаюсь восточными танцами. 17 лет назад это все началось. Я начала продавать костюмы для восточных танцев. Увидела, какая это красота, решила померить и затанцевала. На самом деле я самоучка. Я покупала в то время видеокассеты, были тарканы, и училась по этим кассетам. Восточных корней у меня нет, но тем не менее где-то внутри, видимо, я в прошлой жизни была кем-то вот оттуда. Это все равно взрослые танцы, поэтому в полном объеме лучше заниматься, ну, ближе к 20 лет, когда вот это вот все уже в нас есть. Это, конечно, женская энергетика. Мы достаем все изнутри, что в нас есть. Вот эту сексуальность, женственность, нежность, красоту, гармонию. Ну, естественно, женское здоровье. Развиваются абсолютно все части тела, начиная с самого верха, шейные позвоночки, и заканчивая самым низом, прямо каждым пальчиком, кончиком пальца. Восточные танцы – это уверенность в себе, это гибкость, грация, женственность, ну и отличная фигура. Я так-то учусь в институте культуры, и просто вот для общего развития, чтобы тело было более пластичное, решила походить на восточный танец. Восточный танец делает тебя красивой, женственной и дает тебе право раскрепощаться и показывать себя, какой такая ты есть. Девочки и женщины, не теряйте времени даром, не сидите на диване, не лопайте плюшки. Приходите, занимайтесь восточными танцами, доставайте из себя всю нашу женскую красивую энергетику, и будет вау!